Всем привет! Вот что значит начать влог с Эмили. Доча, ну это не игрушка. Давай сделаем тебе два хвостика. Давай. Пожалуйста. Ну, да. Давай сделаем тебе два хвостика. Не знаю, как в прошлый раз она мне дала сделать ей два хвостика. Спокойно сидела. Сейчас не хочет. Ну, давай, пожалуйста. Как-то в комментариях спрашивали, почему я не надеваю на нее заколочки. Потому что она их снимает. Из дома мы уходим с заколкой. Садимся в машину, она уже без нее. Вот так. Пи-пи. И не поснимать тебя, потому что ты камеру хочешь вырывать, да? Котик мой. Давай сделаем два хвостика. Давай. Смотри на себя. На расчесочку. Это такое зеркало, посмотри в него. А я тебе хвостики сделаю, смотри. Киса, ты смотришь? Ну, ладно, все, котик. Ты расстроилась, да? Ты расстроилась, что мама камеру тебе не... Расстроена, да? Ну, потому что котик, это не игрушечки. Посмотри, какие у тебя глазки красивые. А какие? А вот смотри, если вот так вот сделаю два хвостика, знаешь, как будет красиво? Следующая попытка. Давай вот такую заколочку. Давай? Давай, смотри. Смотришься? Вау, как красиво! Посмотри, какая красивая. Вау! Вот это красотка! Вау! Какие ставки, через сколько она ее снимет? 1, 2, 3. Все. Ну, поизучай, конечно. Сама хочет ее прицепить. Давай я тебе сделаю. Давай прицеплю тебе, котенок. Давай сделаем. Вау! Давай, и вторую наступай. Давай. Держишь? Ну давай, Кизю. Ну только что же получалось. Держишься? Топ-топ-топ-топ-топ. Давай, ножку, вторую. Ну классно же, сходили только что. Тебе же нравилось. Так, что я снимал? Мой юный фотограф. Хотела ее пофоткать, как она просто играет в домашней атмосфере, тут вот кубиками. И она такая смешная, она такая играет, потом такая подходит. Говорит, ну-ка, мама, покажи мне, что ты там. Давай я тебе покажу. Смотри, это ты. Нажимает тут на кнопки на всякие. Это ты? Подходит ко мне потом. Просит, чтобы я ей показала. Это ты, смотри. Поцелуй сама себя. Красивая? Вот так вот ты целуешь сама себя, да? Нет, ты на кнопочку наверх нажимай, чтобы листать. Не по серединке, а наверх. Ты так себя любишь? Вот. Перелистнула.
Давай покажу тебе. Вот давай лучше поиграем в кубики, ну. Потому что фотоаппарат не игрушка. Как ты кубики складываешь? Покажи мне, где вот кругляшочек. Вот, в кругляшок. Кругляшок в кругляшок. Да? Вот, классно. Я, кстати, незаметно надела на нее заколку. Она не снимает ее. Если она увидит тебя в зеркало, она снимет. Кто Давай. Это пришел к нам? Зарядочку. Будете зарядку с папой делать? Просто зарядка. Ну ты растягивайся. Тут сидишь. Не можешь ничего пукнуть, какнуть. Слушай, как хрущу. Не хрущу, я молодой. А? Что за странная зарядка у тебя вообще? Просто двигаюсь. Да? Ну что, зачем ты стол ешь-то? Напомни. Тебе нравится краска? И Емичка, смотри, как папа делает. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп. Давай так же. Обычно у нас музыка играет, но из-за Ютуба нельзя. Она хочет, чтобы ты ее взял на ручки. Да ладно, точно? Опа! Кто это? Вентилятор! Боже мой, что за лицо? Это я что за тобой? Не-не-не-не-не. 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 Ну, ты стесняшка спрятались. Не-не-не-не-не. Да? Да, все-таки, видишь? Там музыку она хочет. Да. Ну ладно, все, будем танцевать, отрубаемся. Хочу испечь такой вот банановый хлеб для Эмили. Надеюсь, получится. Прикольный рецепт нашла, прям как я хотела, чтобы он был без чего-то плохого, на нормальной муке. В общем, сейчас покажу вам. Кстати, в моем шкафчике до сих пор порядок. Та-дам! Так, мне нужна спиртовая мука, овсяные хлопья, разрыхлитель. Вот он. Вот он, вот он. Что еще? Забыла. Еще нам понадобится молоко растительное. У меня это кокосовое. Кокосовое масло. Можно какое-то другое взять. И, конечно же, бананы. И яйцо. Я, на самом деле, решила сократить рецепт в два раза. Во-первых, у меня одно яйцо оказалось. Во-вторых, ну, как бы первый раз готовлю. Не знаю, как получится. Если получится, буду потом еще делать. И вот у них оливковое масло. Я на кокосовое поменяла. Потому что, мне кажется, для выпечки оно лучше. Ну что, я немножко взбила яйцо. Добавляю сюда масло кокосовое. Сюда же добавляю немножечко молока. Напишу рецепт, наверное, в описании. И я уже взбила в блендере банан. Так удобно. Мне кажется, так он пышнее. Тоже его сюда. Далее овсяночка. Я ее промыла заранее. Теперь мука. Чуть не забыла добавить разрыхлитель. Все это перемешиваем теперь. Теперь вот это убирается в духовочку. Такой он, конечно, маленький, но он экспериментальный. Если понравится, буду делать. Прошло полчасика. Вот что получилось. Бананы такие забавные стали. Так вроде красиво выглядит. Но оставлю его остывать уже
Не буду сейчас, конечно, резать. Потом разрежу. Ну что, смотрите, я разрезала хлебушек. Вот уже Эмили оторвала, она сидит, ест. Мне нравится, какой получился. Текстура хорошая, такой упругий и мягкий. Вот, в общем, я буду готовить такой банановый хлебушек. Лучше, чем магазинный. Сейчас посмотрим вообще, кстати, как Эмили вроде сидит, кушает, ей понравилось. Так что, да. Вернулись няньки. Доча, тебе нравится, как деда читает книжечки? Так, скрытая камера. Да. Идет бычок, качается, вздыхает. Прошло 4 часа. Качается, а сейчас я упаду. Так, мешайте. Смотрите, что у нас тут. Чипсики. Гуакамоли и Дебби. Дебби Галлагер. Еще пипашкины ноги. Галлагер. Дебби Галлагер. Ну тебя найду. И ты познаешь. Эмили решила прибраться в шкафу. Найти себе платье новое. Пошла показывать папе, дедушке. Смотрите на Эмили. Какое ты красивое! Доча, покажись. Эмичка. Ты в маминой одежде входишь. Сама схватила, говорит. Как привидение. Да, да, да. Скажи. Почему? Она вчера видела девочку в парке, она так гуляла, помните? В платье. Так найдет ее, останавливается, смотрит на него.